Виктор Николаевич, мы поздравляем вас с победой на домашнем турнире. Какие итоги, какие в первую очередь комментарии по игре? Спасибо большое за поздравления. Очень приятно перед нашими болельщиками, да, сыграть. В принципе, считаю, что ребята сегодня красивый хоккей сыграли и самоотверженно играли в обороне и в атаке созидали моменты. Да, были моменты, которые нам не удалось реализовать. Но опять же, мне понравилось, да, то, что с самого начала был виден настрой, была видна задор, была видна наглость у нападающих, да, которые как бы мы хотим, чтобы они продолжали в том же ключе действовать. Над чем сейчас команде предстоит в первую очередь поработать? Не так много времени остается до начала чемпионата. Да, не так много. У нас еще турнир в Казани. Да, мы сейчас хотим уделить внимание, да, на большинство, меньшинство. В принципе, мы сейчас, вся команда у нас собралась. И сейчас можно уже поработать над командными взаимодействиями тоже. Стоит ли ожидать еще каких-то подписаний до начала сезона? Ну, пока мы довольны то, что у нас есть, и довольны ребята, которые пришли к нам, и ребята, которые были с нами, да, как они работают, как они прогрессируют. Поэтому я пока не вижу, что мы кого-то нам нужно подписать. Виктор Ильич, ну вот этот игровой отрезок, да, много пищи для размышлений дал? То есть, может, кто-то удивил положительную сторону, отрицательную? Кто-то может быть роль другую какую-то? Нет, такого нет. Никто. То есть все позитивно. Да, для меня самое главное отношение к делу и работа. Да. Претензии кому вообще никому не предъявить. Все ребята всю предсезонную подготовку отработали на 100%. Да, и за это им большое спасибо. Да, для меня это самое главное. Потому что кто-то наоборот сделал больше, чем от него ожидали. Показал какую-то игру. Ну да, Лалыкин, допустим, сегодня удивил? Нет. Ожидаемо, да, что он снайпером был? Ну, как снайпер. В принципе, мы знаем, Лалы уже 2 года, в принципе, с командой. В принципе, он пока держит свой уровень, но это как бы он еще не знает, какой его потолок. Поэтому, мне кажется, удивляться, так как он сыграл, не стоит. В принципе, он может еще лучше. Сучкова есть подъем, вот, на ваш взгляд? Он очко вроде сегодня набрал. Так, Егор хороший хоккеист. Егор хороший хоккеист. И как бы для него это хороший опыт, да, что он провел это время с нами, с первой командой. Как? Ну, Ярик прибавляет тоже. Ярослав. Если честно, я не сторонник хвалить молодых. Не надо пока это. Как оцените дебют Саши Хмелевского? Хороший игрок, ну как, качественный игрок, мастер. Вот опять же, да, то, что понравилось, то, что за Ярослава Сулугина вступился. Хороший показатель. Хороший показатель, что Райан Мерфи, да, в конце 2 блока на себя поймал. В принципе, такие вещи, которые как бы характеризуют игроков и заставляют в команде, это заслуживает уважения. Именно в раздевалке. Такие действия. Коллеги, будут еще вопросы? Виктор Николаевич, будет ли связка Хмелевский-Хосенгов? А чего мне нравится связка Алалыкин-Башкиров-Хосенг? Это вот вопрос от болельщиков был. Они просто помнят финскую и хотят сейчас, может, канадскую, американскую. Ну, как бы вот пока мы вот поставили так, и, в принципе, мне нравилось то, что, в принципе, то, что Лала с Данилом, да, они по скорости догоняли Джоша. Вот, и в принципе они молодые, да, они тоже как бы поиграют с Джошем, для них тоже это хорошо, почему нет? Тем более, как бы они неплохо сегодня смотрелись. По итогам этого турнира вы кого-то будете, ну да, второй столпар отправлять, или все-таки после Казани только будете? Не, нам нужно сейчас 5 звеньев, мы планируем оставить 5 звеньев, да, на этот цикл и на турнир в Казань, поэтому нам предстоит сложное решение принять. Потому что, опять же, там кто-то выпал, из-за этого отправлять, это такого нет. Нам действительно придется очень много подумать. Вопросы? Вопрос от болельщиков. Пойдет ли после Кубок РБ на свою родину? Ну, сначала надо у него спросить. Вы у него спросили? На его языке не могу. По-башкирски можешь? Если честно, дайте время, я думаю, по-русски скоро с вами заговорю.